Поехала. Зум вперед на запад. Для меня это как попытка найти какое-то новое музыкальное пространство, вот то, что мы сегодня здесь попробовали сделать. Ну вот в какой-то момент я почувствовал, что да, что-то здесь есть пространственное интересное. Наверное, я тоже соглашусь с этим, но действительно сложно первый раз вот так взять и все сделать. Иногда кажется, что мы все где-то куда-то терялись. And then, so that, because what we're going to do is very slowly, we'll all build that very, very slow idea. Because that'll be like, boom, and then we can bring it, we can really bring it up, boom, and that's what you're actually going to sing. I felt it was very interesting to work with these musicians because, first of all, I've never met them. We've never met each other. And because there's a language barrier to a certain extent. Это такие чувства, когда вначале, когда все медленно, хочется торопиться и опережать события, когда все вот ускоряется и в момент кульминации думаешь, что ну вот уже, наверное, пора заканчивать. То есть, противоположности, то есть чувства противоположные текущей деятельности. И для меня немаловажным фактором был зал. Мне казалось, что зал как-то ну, гармонирует с тем, что здесь происходит, воспринимает без критики, без сарказма, а как-то открыто. Я надеюсь, что я не ошибся, и это было тоже одно из ощущений, которое хочется испытать еще раз. So because it's our first time, I ask you, as we say, to be gentle with us. Ну и будьте как более-менее снисходительны и примите как должное, что произойдет сегодня. Thank you.
Well, thank you. I want to show one video made by this gentleman here. Can we show your video? This is a video that this gentleman made, and he showed me yesterday, and I thought it was very nice, so I want to show it. Thank you.